Ну вот таки. Опачки. Ну вот таки, совершилось сегодня 26 февраля. И мы идем на завтрак. Время еще прям утро. А мы идем на завтрак. Здорово это. Уже тепло. Как давно мы не ходили на этот понтон? Мы готовы искать рыбу. Как говорится, вот такую рыбу он не поймал, но видел. Идем сейчас обедать. Второй кот. Сегодня просто потрясающая погода, замечательный день. И вот так просто проводить время дома, даже за работой, вообще абсолютно не хочется. Надо кайфовать. Вот сегодня именно день вот такой безветренный, теплый. И мы сейчас пойдем купаться в бассейн. Всем привет! Значит, вечер. Что мы делали? После всех наших водных процедур мы дома немножко, совсем немножко изучаем, как правильно питаться. Катя, как-нибудь это прокомментируешь? Я нормально питаюсь. Меня все устраивает. Ну, вы поняли. Так, салатик у нас здесь. Это в шаурму обычно заворачивается. Это какая-то малахия. Там вот что-то зеленое. Вот такой вот. Приятного аппетита. Съели одну, взяли вторую. Покажи, пожалуйста. Это малахия. На вкус она такой немножко слизкая. И с какой-то привкусом, какой-то травки или специи, можно сказать. Вкусно. Ну, кушай. А? Ты ждешь? Думаете, это фонарь? Нет, это луна. И она так ярко светит, что даже сейчас, в 10 вечера, каждый лежак, каждый зонтик оставляет тень. Вот эти вот черные круги на песке — это тень. Морало выбирает мисс Клариса! Ladies and gentlemen, artistic team of Domina Coral Bay.